учителя, родители, ученики и гости. Здравствуйте. Настал тот незабываемый волнующий момент в жизни каждого человека – окончание школы. Завершилось милое, беззаботное детство, предстоит взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами и радостями. Впереди экзамен, а сегодня праздник последнего звонка. Встречайте наших выпускников во главе с классным руководителем Татьяной Васильевной Колескиной. Теперь настала очередь друзей по школе, учителей, родителей. Какие же они, наши выпускники? Ученическое самоуправление школы по традиции провело голосование среди учащихся старших классов. Что из этого получилось, мы с вами сейчас узнаем. Слово нашей совет. Слушайте дело организованной группировки, имеющей название 11Д. Им вменяются разбойные нападения на буфет, порча школьного имущества в виде надписи на парках, грубейшие нарушения правил лестничного движения вверх-вниз и многократные нарушения устава школы в части ношения формы. Защита настаивает на допуске экзаменов и выдаче аттестатов. В то время обвинение уверено, что их необходимо надолго изолировать от общества, принудив к повторному прохождению обучения с 1 по 11 класс. Всем встать! Судья идет! Дядочка, суд идет! Да, господин, суд! Суд идет! Прошу всех занять. Заседание суда объявляется открытым. Сегодня рассматривается дело, имеющее широкий общественный резонанс. Слово предоставляется обвинению. Уважаемый суд, 1 сентября 2006 года группой несовершеннолетних лиц по предварительной записи своих родителей был совершен набег на территории образовательных учреждений. Прошу обратить внимание не только в Москве. Их действия попадают под статью 23 Федерального закона номер 273 об образовании Российской Федерации. Предлагаю ознакомиться с видеозаписью следственного эксперимента. Дианочка, помогите нам, пожалуйста. Да, господин суд. Thank you.
будут полностью оправданы. Что такое оправданы? Да вы не оправданы! Тишина в зале! Слово предоставляется защитнику. Ваша честь, я считаю, что обвинение относится к взятых моим защитникам. Я получил заключение экспертов по каждому из учеников и предлагаю суду рассмотреть персональный вклад в дело каждого из членов группировки. Итак, девушка-блондинка, вроде как натуральная, заботливая сестра, хорошая ученица, не унывает в любой ситуации. Ей меняется значительная доля оптимизма и веры в лучшее. Итак, мисс неисправимая оптимистка Курякова Анастасия. Готова прийти на помощь по первому зову. Своим существованием опровергает теорию атеизма. Настоящий ангел-спаситель Берди Влада. Эта девушка появилась в школе недавно, но благодаря своей активности, открытости и общительности уже снискала известность в определенных кругах. Мисс душа компании Лаврова Евгения. Еще один исконный 12-15 элемент группировки. Пару лет назад, чтобы понять, о ком идет речь, в ее фамилии добавляли слово «младшая». Яркая, энергичная, заметная может взять на себя руководство в проведении операции. Гуру класса София Ваяс. Организаторскими способностями, мотор класса и настоящий генератор идей. Мисс вдохновения Маслова Александра. Эта девушка меньше всех училась в 11-м Д, однако прекрасно вела коллектив группировки и успела запомнить не только одноклассников. Она поет, хорошо владеет английским языком, уверена в себе. Мисс уверенность благодаря Диану. Защита апеллирует к девушкам, в то время как они должны понести особо суровое наказание. Они внесли смятение в умы и неокрепшие души противоположного пола. У вас есть доказательства? Да, Ваша честь. Ваша честь, многие из учениц 11 класса ведут весьма подозрительный образ жизни. Полученные данные расследования. Например, Ольга, она же Ослик, она же Косточева, но имеет односторонние способности и интересы. Музыкально, жизнерадостно, в третьей последних влияний моды, при этом хорошо успевает в учебе. Мисс популярность Косточева, Генеровская, Ольга. Еще одна зашифрованная особа из 11-го Д, некая Валерия Грес. Она же готова к экспериментам, не боится меняться, веселая, доброжелательная. Мисс Артистичность Валерия Теченко. Крепкие орешки для учителей, при этом мечтательные и романтичные. Мисс Живая Фантазия Бузик Диана. Нет, не только. Но статистика грустная. Пусть мать немного, но все недостойные и надежные опоры. Они вполне заслужили получение аттестата. Вот, пожалуйста. Как настоящий мужчина и многословенный порой суров, склонен к техническим наукам. При этом имеет славу одного из лучших футболистов школы. Мистер «Наш дед Марадоне» Щеголев Даниил.
6 лет ни разу ни с кем не поссорился. Мистер дружелюбие Иван Макаров. Без преувеличения в этом году стал самой популярной личностью в школе. Вот только они все об этом знают. Стильный, имеет острое чувство юмора. Некоторая недосказанность образа не помешала ему получить номинацию «Открытие года». Феликс Юсупов, он же Соколов Иван. Его невозможно не заметить в коридоре на перемене. Его можно увидеть и на спортивной площадке, и на школьной сцене. Лучший танцор лезгинки, мистер Радость Феликс. Я настаивал, что эти люди просто обязаны еще 11 лет провести в школе. Следствие установило, что все члены группировки 11 ВД не всегда тщательно и своевременно выполняли домашние задания, не соблюдали режим дня и даже пропускали занятия без уважительной причины. И занимались посторонними вещами – музыкой, танцами, спортом и другими странными вещами. Достаточно много увлечений. Второй – это учеба. Он хорошо разбирается в оружии, собирает модели кораблей, много общается с компьютером. Отлично собирает автомат Калашникова. Мистер, главный по штуковинам, Кузнецов Владислав. Французским языком, имеет свою точку зрения, которую постоянно отстаивает. Мистер независимость Бородкин Юрий. Тихая, спокойная девушка, хорошая подруга. Орел таинственности присутствует в ее облике и поведении. Мисс оригинальность Рябинина Злата. В школе он появился не так давно, но его уже знают многие. Хотя свою популярность он получил в 10 классе. Спортивный, шумный, веселый красавчик. Иногда любитель поспорить. Мистер покоритель девичьих сердец Перлов Александр. Суд выслушал сторону обвинения. Слово предоставляется защите. Я готов представить рассмотрение суда еще несколько заключений экспертов, которые доказывают, что эти ученики полностью усвоили курс средней школы, а также допущены до экзаменов и достойны аттестата. Девушка, которая каждый день приезжает в школу из отдаленного района. Ее тяга к знаниям непреодолима. Она достойно участвовала в предметных олимпиадах, конкурсах. Есть мудрость Шуваева Татьяна. Эта девушка является эталоном прилежной ученицы. Способная, любимая, рассудительная, знает себе цену. Настоящая мисс Светлая Кова, Пахова Екатерина.
высокий, красивый, кудрявый, планирует работать в области медицины. Несмотря на то, что является одним из тех, кто учится с первого класса, во многом остался неразгаданной личностью. Мистер Загадка Киселев Никита. Главная дюймовочка класса. Хрупкая, нежная девушка. При этом умна, способна, ответственна. Она всегда выдержана и рассудительна. Мисс спокойствия Гордеева Екатерина. Изучив материалы следствия, оценив вклад каждого в коллективное дело, а также основываясь на мнениях эксперта, суд постановил утвердить приказ о допуске до экзаменов, выдать аттестаты ученикам 11 класса Д при успешной сдаче таковых и выпустить их из школы. Также судом были определены личности двух членов группировки 11 Д, которых признали мистером и мисс выпуска 2017. Итак, звание мистера выпуска присуждается... Мисс выпуска становится... Бахома Екатерина! Символы самоуправления школы – тортуга и сова. Окончательный и обсуждение не подтверждено. Заседание суда объявляется закрытым. Thank you.
которых последний звонок прозвенит через год. Я плакала в
потому что я не знала, как мне. Вы меня спросили сначала, ты знаешь французский или английский, а я не знала, я заплакала. Я нашла на перекрёстке, сказала, спокойся, ты со мной идёшь. Вроде мне было очень страшно. О чем ты думал в 1 сентября? Я думал, как капли дождя, которые будут на свадьбу. Чем ты научилась за годы обучения? Это огромный колоссальный опыт, который тебе пригодится в будущем. И начинаешь ценить людей, ценить дружбу. На самом деле это очень важный период, и учишься от них очень много. О чем ты думала, когда ты первый раз пришла в школу? Не знаю, страшно ли? Чем ты научился за годы обучения в школе? Я научился очень многому, поверьте мне. Чему ты научилась за годы обучения в школе? Ну, мне кажется, что это дружба и вообще человеческие отношения, помимо того, что там учителя дали знания. И, по сути, я могу сказать то, что я хорошо выучила французский язык, более-менее. Наверное, я научилась ценить дружбу, потому что именно в школе у меня появились мои первые друзья. Наверное, потому что надо доказывать только, ну, доказывать что-то только самому себе. Это и все у нас контактировать с людьми, с абсолютно разными. Можно даже общаться с детьми, вести экскурсии, потому что я часто делаю экскурсии в школе. Самые яркие школьные воспоминания. Самое яркое – это был салют. Батунза. Самое яркое – твое школьное воспоминание. Самое яркое – школьное воспоминание. Когда я разбила... Сначала в начальной школе я помню, где сломался бы девочка в туалет. Самое яркое воспоминание было... Это было 1 сентября в этом году. Самое яркое школьное воспоминание. 1 сентября, 1 класса нашего. Самое яркое школьное воспоминание. Еще 1 сентября 11 класса. Самый смешной момент из жизни класса. Так очень сложно выделить какой-то один момент, потому что забавных моментов много. И ну, на каждой репетиции, например, на подготовке какого-либо мероприятия хватает. У нас вообще весёлый класс. Ну, наверное, это когда мы на физике с Лёвой поспорили, что я выпеку из кабинета, и я не посылки. А наши КВН каждый раз, когда мы проигрывали, Если бы у тебя была возможность, то что бы ты изменила в своей школьной жизни? Я начала учиться. Я начала обучить технические науки, как физика, как математика. Наверное, я бы хотела проводить больше всяких мероприятий. Но, думаю, типа горизонт, это было бы интересно. Или занятие тоже. Вот, посмотрите, хорошо. Почему в школьной жизни ты будешь скучать больше всего? Ну, скорее всего, посидел в тусовке в столовой. Ну, конечно, по одноклассникам. Я бы даже сидела со своими одноклассниками. По своим одноклассникам? По друзьям и вот в этой атмосфере. Атмосфере. По одноклассникам очень сильно, по учителям. По классному руководителю, но по всему. Что ты хочешь сказать на прощание? Терпение, крепких нервов. После нас обязательно отличного отдыха. Мы все братья. И я надеюсь, что после окончания школы мы будем такими же, мы останемся такими же дружными. И будем, надеюсь, будем встречаться очень часто.
оценить и скрепить, вспомнить свои знания. А я бы хотела пожелать, ну, чтобы были вот такие классные выпускники, как мы, чтобы классные тоже были классные, чтобы все ЕГЭ дружили, знали, что все было все хорошо. На прощание я бы хотела пожелать удачи и пожелать всем учителям таких же хороших учеников, как я.